Эй, йоу, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка. Я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, все такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянный эпизод фиксиков. Эту серию я нашел на сайте с потерянными эпизодами. Этот сайт выиграл один из моих подписчиков за репост, но он захотел быть анонимным. Если ты хочешь выиграть ссылку на сайт, то репост эту запись видео у меня на странице ВК. Я буду ждать. И может рандом выберет именно тебя. Серия началась с того, что Шпуля, Симка и Верта что-то хотят сделать, но все никак не могут начать. Вдруг к ним подлетает вертолет. Девочки перепугались. Симка спросила, откуда у них вертолет. Нолик сказал, что его профессор Чудаков выбросил. Они починили. Фаер предложил им полетать, но Шпуля сказала, что они очень заняты и не могут, что у них очень важное дело. А Симка сказала, чтобы они вообще отсюда улетали. Фаер очень сильно разозлился, и вертолет пролетел над девочками. Они еле успели увернуться, но иначе они бы остались без своих голов. Симка начала кричать на них очень громко, но Нолик и Фаер ее не слушали. Нолик сказал, что они не могут его посадить, ведь их пилот Игрек. Он управлял самолетом. Симка и остальные девочки подошли к Игреку и начали ему говорить, какой он хороший пилот. Они чуть ли его не соблазняли. Игрек поддался их комплиментам, и они отпустили штурвал, но сделано это очень зря. Вертолет был неуправляемый, и он чуть ли не упал. Но Игрек захотел все исправить, но у него не получилось удержать штурвал, и вертолет летел прямо в стенку. Фаер сказал Нолику, что им надо выпрыгивать, но как только Фаер подал руку, его крюк из помогатора зацепился за винт, и Фаер вылетел из вертолета. А Нолик не знал, что ему делать, и вертолет влетел на всей скорости прямо в стенку. Это был печальный конец, особенно для Нолика. На этом все. С тобой был Сергионис, поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также, расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, делись с друзьями, иначе ты какаха. На этом все. И помни, это всего лишь мое воображение.